Итоги работы в 2020 году подвело Центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны России. В эксплуатации филиала, отвечающего за Московскую область и Москву, находится более 280 военных городков. Все они в установленные сроки подготовлены к зимнему периоду. Отопительный сезон начался своевременно и без срывов. Сообщается, что паспорта готовности к отопительному зимнему периоду 2020-2021 годов были подписаны к 15 октября.